В Актобе к 70-летию Великой Победы приведут в порядок улицы, названные в честь героев Советского Союза. Сейчас восстановительные работы полным ходом ведут на улице Вавилова. Там расширяют проезжую часть, заменяют дорожное полотно и обустраивают тротуар. Учитель из Актюбинской глубинки Сергей Вавилов служил младшим политруком в составе 606-го стрелкового полка. За проявленный в боях героизм ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Асфальтовое покрытие планируют обновить еще на 6 улицах, носящих имена героев Великой Отечественной: Панфилова, Гастелло, Кутуева, Козенкова, Букинбаева и Чайкиной. На капитальный ремонт автодорог выделили порядка 4 миллиардов тенге. Улица Вавилова еще не ремонтировалась с советских времен, это уже более 30 лет. Поэтому она была в ужасном состоянии, и в этом году принято решение ее отремонтировать. На сегодняшний день нами производится капитальный ремонт на центральных улицах города, на проспектах и также на 5 сельских округах. Нами были включены в план работ текущего года 7 улиц, названных в честь Героя Великой Отечественной войны.